В Государственном музее искусств имени Абылхана Костеева состоялось открытие персональной юбилейной выставки члена Союза художников Казахстана, награжденного почетным знаком Министерства культуры Республики Казахстан на Наденет Кайраткера Есымгали Жуманова. Новая коллекция работ мастера носит название «Экзистенция мистики». Это был долгий путь, похожий на вечность. Понимаете? Начиная с 94 года я начал погружаться в мистическое сознание. Я начал изучать и исследовать все, что связано с душой человека, с глубиной ее. Перекопал все религии, всех мистиков, связанных с религией. Мне было очень интересно познать, что же такое душа. В творчестве Есымгали Жуманова все жанры – портреты, пейзажи, натюрморты – перекликаются с мистикой и сюрреализмом. Идея и содержание его работ направлены на раскрытие таинства человечества. Его творчество отражает мировоззрение творца и гражданина. В живописи сделано уже почти все. Почти все сделано в живописи. И что-то новое найти в живописи это было... практически невозможно. Произведения художника, представленные в экспозиции, результат его активных поисков в искусстве на протяжении плодотворного творческого пути. Демонстрация данной коллекции продлится до 3 марта.